Пациентку республиканской клинической больницы вертолетом Смурд из Кишинева доставили в Бухарест. Помощь румынских врачей потребовалась после того, как состояние 27-летней женщины, страдающей хроническими заболеваниями, ухудшилось. Утром летальный аппарат приземлился на столичном стадионе «Динамо», чтобы забрать пациентку. В Румынии женщину госпитализировали в клинический институт Фундень. Здесь ей предстоит хирургическое вмешательство. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, это 8-й случай трансграничной авиационно-медицинской операции «Смурд» для граждан Молдовы с начала 2020 года.